Друзья, привет! У нас утро, а что это у нас такое? А это у нас то, что я еще не открыла глазки. Давайте их открывать. Ну и надо приготовить обед. Давайте посмотрим, что у меня есть, чтобы я могла приготовить. Откроем холодильник и посмотрим. Так, зеленуха осталась еще от воскресного банкета в бане. Помидоры, перец. Ой, срочно надо спасать и даже вырезать. Лучок и картошечка. Понятно. Значит, что будем делать? Овощное рагу. Это мне? А это курам. Или это курам? А это мне? Нет, это мне? А это курам. Сейчас вот эти вот безобразия, отходы я порежу ножничками. Чик-чик-чик-чик-чик мелко. И ведерко. И девчонкам. А там уже вчерашние отходы. И позавчерашние. И им будет вкусненько. Перчик, что он совсем вялый. Надо бы скушать, потому что он совсем вялый. Или я, или кура. Лучше я. А потом я курей. Или их яйца. Курам отходы. И все нормально.
Справедливо. Все в сад. В чугунок. Ну вот, накидала всего, что было. Спасла. Сейчас перемешаю. И вместо соли я ложу соевый соус. Так. Закрыла крышкой. Чуть добавлю водички. Водички. Потому что я не буду жарить. Я же тушу. Я жареное не ем. Если ем, то очень редко. И все. Поставила на мелкий огонек. Помою посудку. Помою посудку и буду варить кофе. А у нас пасмурно. Вчера на полгорода дождь прошел, а на нашей половине ничего нету. Хорошо, я ночью вышла, полила. Так, участок. Все, варю кофе. Не прохладно. Ой, не жарко. Солнца нету, ветерочек. Значит, что? Значит, легче будет мне сегодня работать. Работа еще та, ого, носиться по городу. Возить. Так, ну что? Время пить кофеек, завтракать. Турочку поставим, водички нальем и кофе у меня в курочке намолотый. Здесь так стоит кофе, а здесь намолотый. Ложечка. Ой, кофе-то нету, надо молоть. А нет, мне хватит. Последний высыплю. Так, мне хватит. Убавляем. Пусть доходит. А кофе я буду пить с мороженым. Я люблю мороженое. У меня его нет. Надо будет с вами съездить за мороженым как-нибудь сегодня. Я буду вот эту кузю кушать. С мороженым. Так, и с печеньками. Ну ладно, буду пить кофе. Пока варится кофе у меня, я, наверное, намолю себе. Турка сломана. Использую подручный материал. Язычок сломался. Вот так. Валя! Две не хочешь, знаешь, как залетит. Все, завтрак готов. А нет.
Всем пока!